Юлія Світлична напередодні взяла участь в акції «Червона лінія життя», яка проходить в обласному центрі заготівлі та переробки плазми. Здавши плазму крові, вона взяла участь у порятунку онкохворих дітей. Наша кровь пойдет в 16-ю городскую больницу, в отделение онкобольных, и тем самым внесем свою маленькую лепту в оздоровление деток. Считаю, что это гражданский долг каждого. Если ты можешь чем-то помочь, ты обязан это сделать. Юлія Світлична вже не вперше здає кров та плазму. Вона зазначає, що для неї здавати кров дуже важливо, оскільки її компоненти підуть на допомогу потребуючим. Після здачі крові Юлія Світлична на своїй сторінці у Фейсбук залишила наступний пост. Присоединилась к правильному благотворительному проекту. Сегодня сдали плазму крови для онкобольных деток, которая будет использована при изготовлении препаратов для лечения рака. Отделение онкологии 16-й больницы города Харькова получит бесплатные лекарства, в том числе и с нашей помощью. Присоединяйтесь, помогайте тем, кто в этом нуждается. Делать добрые дела всегда легко. Юлия Светлична. Соцмережі активно відреагували на участь Юлії Світличної у акції «Червона лінія життя» та підтримали її вчинок. Какая вы умница! Сам несколько лет как заболел донорским движением. Это очень полезно и донору, и реципиенту, и обществу в целом. Вы прекрасный пример для подражания. Однозначный респект. Прекрасная инициатива и очень нужное дело. Гарный приклад. Хороший пример для всех. Полезное дело. Ирина Другусова, «Вечерние новини».